Представители общественного совета при УВД России по Ленинскому городскому округу вышли на улицы города Видное, чтобы рассказать молодежи об опасности употребления запрещенных веществ и алкоголя. Общественников дети встретили с интересом и приняли участие в дискуссии. Полицейские объяснили, насколько опасна может быть подростковая шалость, какой вред здоровью приносит употребление наркотических средств и зачастую заканчивается тюремным заключением, которое навсегда поставит крест на счастливой и полноценной жизни человека. Разговор получился продуктивным. Многие ребята знают о проблеме наркомании и уверены, что никогда не станут употреблять наркотики.